Мои родные. Мои родные. Тебе Саша, я тебе родные. Ма. Сколько лет вместе работали? Я еще молодая и маленькая была. Да ну, совсем. Она беременная была. Да, и я ты еще маленькая была, а ты еще меньше меня была. Да. И вот так работали. А что это? Сейчас он скажет. На эту ты беременная была. А? На эту беременная была. Сон у тебя в животе еще было тогда. Ай, да, бараки жили тогда. Да. Ай, да, садись. Эх, вот так я говорю. Жизнь прожить не полетели, девчата бывают. Ой, такой сражение, пожалуйста, все, фотографируй. Все было. Значит, вы все работали в санэпидстанции? Нет, я не работала. Это мы два. Ну, Гульчара, да, Гульчара, это знаменитые. Ой. Он мне как идет так, Гульчара. Я говорю, ты ее позови сюда. Знаменитым действительно вместе сколько лет? Бараки, я помню. Да, бараки еще в финском доме. Я помню, да. С малых лет. Я молодая пришла к вам, но уже второй раз беременной была. Да, а я-то постарше была, ты совсем молодая была. Девочка прям. Вот так. Да, уже сколько лет-то еще? 18 лет. И финский-то я помню, вот, вот и вспомни. Да. Куда, пишет, давай, куда кто едет, эту бумагу она нам передает, мы куда едем, передаем. Это по пищевой, да, ведь ты работала? Так, ты пищевой, да, работала? Так я ведь... Акты составляет на всех-то? Я вообще была главным там. Да, да. Тогда ведь тогда сколько человек только работали? Сколько человек только были там? Да, три. А сейчас целая куча, ничего не было. Но сейчас тоже мало остались они там. Ну, как работы, бог с ними, это уж теперь не наши. Там никого нету. И работа-то мало. Да. 5-6 человек всего. Там своих старых никого нет, по-моему. Нету. Рашид Зуфарович там еще? Нет, его тоже убрали. Как убрали? Убрали. А кто же там ограничивает купание в бассейне, не Рашид Зуфарович? Нет. Улыбочку делайте. Нет, Рашид Зуфарович убрали, совсем не работает. Он только вот здесь, как заходишь в Петвару, тогда Зани есть. Вот это Зани, да, приманки продает. Вот нам ведь эта квартплата найдет, вот он все ему в кармане идет. Так что... Он зарабатывает. Ну, он уж знает. Да, богатый. Ему не надо. Да. Убрали его. Да. Сегодня я пошла туда кровь взяла. Это там шофер наш СИ. Кто здесь главный врач? Нет, врачи кровь. Убрали туда. Его шофер, который его возил. Ладно, дорогие друзья, закончим пока мы эту съемочку. Вот встретились ветераны наши.